Привет, друзья! Самое громкое автомобильное шоу Беларуси «Не бит, не крашен» снова на коне. Сегодня очень интересный выпуск. Мы подошли к финалу кастинга соведущей для меня любимого, вами уважаемого, обожаемого. Это понятно по комментариям, которые вы пишете. Для меня любимого Ивана Величко. Так вот, 60 девушек подало заявку. Ну, 20 мы смогли отсмотреть в студии. К сожалению, не всем смогли помочь вырваться из Фаниполя, из Гомеля. И вы поймете, о чем я говорю, если посмотрите сюжет самого кастинга. Но, тем не менее, 4 девчонки мы отобрали для финальной съемки. Сегодня девушкам предстоит лично обозрить автомобиль. Автомобиль, который является героем нашего выпуска. Подобрали мы автомобиль, подходящий для таких условий, которые сейчас происходят на дворе. Дождь, слякоть, грязь. И самое интересное, дабы еще больше усложнить девушкам задачу, мы выбрали непростого хозяина машины. Хотя, зная этого человека лично, вот таким еще помню, пацаном бегал, мотоциклы крутил. Совсем простого человека, вот парень в капюшоне стоит. Виталий Карпанов, солист группы «Дрозды», артист номер один в Беларуси, основатель правительственного ансамбля «Дрозды» в Республике Беларусь. Человек, от слов которого в машинах вас тошнит. Ну давай, попробуй вот это вот, 1-5-2. А бабушка твоя была опять права. Теперь вы понимаете, что он трезво писал эту песню. Виталик, ты и твой Subaru Forester. Четвертое поколение. Subaru Forester, автомобиль мечта. Еще 3 года назад я садился в салоне в этот автомобиль. Да ну нафиг, 47 тысяч. Да, это невозможно никогда. 2,5 двигатель, полный привод, настоящий, честный полный привод. Не та фигня, которая подключается там электронно или когда одно колесо застряло. Полный привод, 2,5 двигатель, 170 лошадей. И самое главное, оппозитный двигатель, Ваня, это же вообще у меня ура. Для нашей-то страны оппозитный двигатель. Низко посажен, устойчиво стоит на дороге. Виталий, ты понимаешь, что сегодня, к сожалению, твоей машине мы не сможем уделить столько времени, сколько хотелось бы, потому что в салоне сидят и жаждут славы, объектива, денег. Да, и нет, женщин неправильно говорю. А может и женщин там кто-то жаждет, варианты, да? Да. Они будут насиловать твою машину аккуратно, да, любя. Да. А ты в конце скажешь свое мнение. Также, друзья, после сегодняшнего выпуска будет запущено голосование, и именно ваше мнение станет решающим по поводу того, кто же из девчонок станет победительницей и, соответственно, соведущей моего проекта. Давайте представлять девчонок. Number one, власть. Юля. Привет. Да, это Юля. Юль, ты готовилась к выпуску? Нет. Не готовилась. Хорошо, да, стой зачем? Здесь. Я просто скажу, Юле 30 лет. Олеся, причем Олеся, да? Олеся. То есть русская Олеся, да? На мой взгляд, ну по итогам кастинга, самая безбашенная участница. Вика, я очень круто тебя представил, поэтому смотри, сегодня не есть. И номер 4, Аня. Человек, который на кастинге жаловался, что у нее появились седые волосы. Ань, после общения с Виталиком у тебя появятся рыжие волосы. Это 4 девушки, которых мы отобрали по итогу кастинга. Но опять-таки, дабы еще больше усложнить конкуренцию, мы решили взять в финал еще одну девушку, которую вы все хорошо знаете. Финалистку шоу «Хочу в Виагру», девушку с бритой бородой, Катю Волкову. Кать, власть. Всем ребятам, скучали по мне? Катя, я там всех возраст говорил, ты сейчас должна всех расстроить. Что, мне 18? Да. Финал, 5 девушек, не 4, а 5. Катя Волкова усложняет. Аня, Юля, Вика, Олеся, Катя. Первая задача для девушек будет очень простая. Обозрить наш автомобиль. Начнем мы с Ани, ну ты ближе всего ко мне стоишь. Весь белорусский шоу-бизнес в лице одного человека. Get into my car. Итак, добрый день еще раз. Сегодня у нас Subaru Forester. Данная модель давно утратила свои качества брутальности, маскулинности, Форестера, лесника. Теперь это модный, причесанный, напомаженный горожанин. Машина-гопник. Правда, он, скорее всего, в кирзачах. Вот, например, как наш Иван сегодня. Но давайте пройдем в салон. Вот мы и в салоне. Сейчас сидеть мне неудобно. Видимо, Виталий немного выше меня ростом, но мне хочется опуститься. На водительском сиденье есть автоматическая регулировка. Вперед. Спинка, назад, вниз. Такое ощущение, что летит комар в салоне. Панель достаточно грубовата, сказала бы так. С приборной
панели на меня смотрит, как мне кажется, сова. Руль, мне кажется, перегружен, наверное, всякими кнопочками. В принципе, панель достаточно стандартная, классическая для Subaru. Они никогда не выделялись какими-то изысками. Ключ. Достаточно дорогой, да? Выглядит дорого. Очень дорого. Очень современно. Заведем. Приятно. Перейдем к сиденьям. У нас не максимальная комплектация, поэтому сиденья сделаны из ткани. Мне очень нравится здесь, это, как они называются? Козырьки. Это очень удобно, потому что не в многих машинах есть вот такая вот вещь. Ну, на самом деле, почти вот. Во всех. Не во многих, есть вот это вот, которое доходит до конца зеркала, стекла. О, для чего это? Это для защиты от солнца. Зеркальце. Подсветки в зеркальце нету, что я считаю минусом огромным. Но подсветка есть здесь. Посмотрим зеркало. Здесь тоже есть. Ну, тоже подсветки нету. Виталий, что без подсветки зеркало вообще как-то выглядит? Мне не нравится здесь, что подлокотники водительские из ткани, как вы видите, если вы видите, они уже немножко засалены из-за страны. Штачок. Ну, мне было бы достаточно удобно. Если, конечно, он не будет уезжать. Бардачок. Бардачок классический. Достаточно необъемный. Ладно, не будем шарить по вещам хозяина. Для поездок по бездорожью есть кнопочка X-Mode. Она помогает нам ориентироваться. А, вот и Википедия подключилась. Вот эта кнопочка слева маленькая и включает нам X-Mode. Вот мы видим здесь наши колеса. И думаю, если мы поедем, мы будем видеть нагрузку на них. Для дальнейшего обзора мне надо выгнать моих пассажиров с заднего сиденья. Ну, здрасте! Здесь очень много места. По отношению, конечно, относительно моей машины, здесь очень много места. Что это вот за штучки? Что это за обозначение? Вот это, что они обозначают? Я не знаю, какие-то. Это штучки, которые... Наверное, в том, что они пускают... присутствует крепление Isofix для детских сидений. А-а-а. На подголовниках есть такие вот стикеры. Они сообщают нам о том, что ездить в опущенных положениях нельзя, так как это травмоопасно. Сзади достаточно просто, пусто, нету никаких обдувателей. Тебе удобно было бы заниматься сексом сзади? Я не занимаюсь сексом. Вообще? Вообще, я бросила. Следующее! Не, ну молодец. Самое главное, что, если ты берешь девушку себе соведущую в обзоре, да, что симпатичная была, что вот если в лес отвез на обзор, ну, а могла что-нибудь рассказать. А, кроме или... кнопочки «Валюм», зачем мне еще? Ну, самое главное, что ответственный человек, подготовилась, копнула, даже, видимо, ролики в интернете посмотрела. Особо тайн не открыла, если бы она мне помогла с магнитовкой разобраться и настройками. Ты о Тане услышал что-нибудь новое? Нет, о своей машине не услышал. Ну, давай посмотрим следующий. Get into my car! Привет, мы сегодня тестируем шикарную машину, на мой взгляд, Subaru Forester. Мечта такого человека, как я, потому что маленький человек любит большие машины. Привет, друзья! Лариса Грибарева. Сочетание характеристик городского автомобиля с лучшими качествами внедорожника. Я всегда смотрю в машине на глаза. А можно включить? Проверим, есть ли ресницы. Что-то есть. Так, есть у нас два клыка. Так, хочется посмотреть, что у нас в багажнике. Места много, покупок влезает много. О, подожди, а тут есть чудо-кнопка, друзья. Нет, на самом деле функция удобная. Диски тоже приличные, вообще за них не стыдно, совершенно. Бинс? А можно завести вообще? Ой, подождите. Так по-свойски, да? Уверенно. Удобно, хорошо. Да. Тут есть кнопочка, которая поднимает. Она поднимает и вот класс. Слушайте, опять-таки, для людей с маленьким ростом это мега плюс. Так, еще один важный момент. Зеркало. Все есть, все на месте. Можно мы порычим? Подожди, шерша артиста сейчас разобьет. Эй, отпусти. Класс. Еще важный момент. Куда ставить сумку? Вот это беда. Ага. Ну, если не пить кофе, можно поставить сюда. Если кофе пить, можно поставить сюда и замотать ручку на ручник. Вариант? Вариант. Бардачок. Ну, на самом деле в бардачке места немного.
Ну вот правда. Большая машина, а бардачок такой маленький. Вот такие вещи я тоже очень люблю, когда есть куда положить очечи. Это называется подачко. Здесь тоже есть некий карман, некая коробочка. Она там и лежала. Вот тут она и вот здесь. Да, да, да. Секретная коробочка. Кнопочек много. Кнопочек много и разных. Нет, подожди. Круиз-контроль отсюда устанавливается. Телефончик поднимаем, звоним. Но посмотри, сколько кнопок мы распознали. Что это может быть? Это если у тебя один правый глаз как бы не видит. Это машина окулиста. Все, мы взяли и закрылись полностью. Да. Что-нибудь про двигатель нам расскажешь в этом автомобиле? Ты хочешь посмеяться? Откроем капот. Убивать маникюр. Куда заливать омыватель? Здесь все видно, все понятно. Омыватель мы заливаем сюда. Проверка уровня масла. Мы не будем его доставать, но здесь тоже все достаточно хорошо видно. Ничего не могу сказать про двигатель. Тебе удобно было бы в Subaru заниматься сексом? Ого. Да. Все. Иди пробуй. Места много. Но Юля вообще начала очень бодро. И мне казалось, что сейчас она развернет вообще. Сейчас будет копать глаза туда-сюда. Ну, в принципе, сошло все на девичью историю опять. Мне вот наоборот, более-менее так зазорчик, огонек в глазах понравился. Зазорок, я же говорю, начало было вообще бодрое. И тебе больше рассказали про твои кнопки. Но когда мы открыли капот... Ты сам понял, что ничего там не знаешь. Да. Get into my car. В общем, знаете, когда я увидела Виталия, который подъезжал на съемке, у него были очки, и, если честно, я бы никогда не подумала, что он балалаечник. Он выглядел как солидный, крутой бизнесмен, и вообще я понимаю, что не зря он поет. Я бы села, если бы он остановился. Звездочки мне эти не нравятся. Все, что я могу сказать, вот как женщина, нормально. Suzuki Forest 2015 года. Subaru. Это Suzuki Ford, Lamborghini Toyota. Фары. Ну, как тебе фары? Некие страшные. Если честно, так спереди он похож на собаку. Говорят, что она очень вместительная, комфортная и в то же время простая. Фактически как Карпанов. Проверим, что там внутри у нее. Слушайте, если честно, я думала, что она, ну, как бы побольше. Давайте посмотрим, как она тут это... Ой, а что это тут? Шутки такого нету. Слушайте, реально. Тут должна быть какая-то кнопка, короче, руль такой, типа, космический. Панель. Панель такая, что можно достучаться. Вот, ну, достаточно маленький. Что такое релиз? Для местного лечения геморроя. Не машина, а геморрой. Я бы хотела проверить акустику. Девчонки. Да, давайте, Виталий, как включить музыку? А, вот я еду, типа, да, и... Наверное, выходите, я попробую потанцевать без вас там. О, о чем я говорила, да? Музыканты должны возить инструменты. Иногда можно полежать, иногда можно почитать «Знамя юности». Но Катя Волка, вот видно, что человек знает, она поговорит все по существу. Suzuki Forester это... Suzuki Ford. Это Suzuki Ford, это мощно. С другой стороны, что бы ты ни говорил, она убедительна. Мне кажется, есть в Москве особенно продавцы, которые смогут продать Suzuki Ford. В общем-то, Катя Волкова будет хорошая соведущая, но в другом шоу. Get into my car. Get... Перед нами Subaru Forester, он же лесник, форик, форь. Но именно у этого Subaru есть одна важная особенность. На самом деле, это не просто Subaru, это Аркадий Валерьевич. Виталик, я просто хочу сделать вот так. 4,5 метра в длину. Я хочу измерить Subaru в себя, в себяшках. Давай. Ну что, поехали? В общем, 8 вик, вот периметр нашего Subaru. Пойдемте посмотрим на попу. Это шикарная задница. Это все? Я думала, мне придется прыгать, а тут вполне. Пушка, которая все делает, прячься. О! Прикинь. Прошло 2 часа, пошли в салон. Руль маловат. Оплетка кожаная? Оплетка где?
Что я могу сказать про ключ? Конечно. Амбарный ключ. В карман я бы засунула его. Боже, как это. Все, хорошо, давай. На самом деле, очень интересный бардачок. Мелковат. Огромная панель. На ней можно развернуться. Я себе представляю поляну развернуть. А если огурцы катятся вниз? Что за огурец, который катится вниз? Ну, я уже сказала, Аркадий классный. Я хочу Аркадия. Аркадия хотят все. И мальчики, и девочки. Вот радует меня девушки, радует Вика. Она вот сама взяла и придумала название моему автомобилю. Но если человека, знаешь, как бы ничего не вызывает никаких эмоций, значит, как бы, значит, все хорошо. Автомобиль хороший. Что ты скажешь насчет измерения? Вот. А, вот хорошая функция, да, есть. Вахидовым они мерят багажник. Багажник, а мы будем Виками мерить фуру. Get into my car. Вашему вниманию автомобиль Subaru Forester, который мне напоминает джип. Черепаху, на которую хочется залезть. Ты хочешь на капот? На капот. Не, это опасно, он не такой упругий, он прогнется. Это же Forester. Давайте дальше, вовнутрь. А, давайте. Уже? Уже вовнутрь. И вот мы внутри. Что хотелось бы сказать, что как-то маловато мне места. Зато мне тут два места. Где? Рукой. Ага. А, о, вот. Поехали. О, давайте попробуем сделать кальянную. Давай. Давайте. Ну, как мы видим, не так быстро автомобиль Subaru Forester превращается в кальянную. Очень быстро. У тебя в ровный пол есть? Нету. В ровный пол? В ровный пол нету, да? Ух ты! Ух ты! Ну. Ну, нам надо посмотреть, сколько человек, вообще, на сколько человек закатывать вечеринку. Где трубку сюда можно давать? Ну, в общем-то, да, идея сработает, я думаю. Едем, давай, выходим, выходим. Выходим. Кальянная удалась. А, что хотелось бы сказать по салону? Ну, посадка достаточно удобная, так плотненько огибает сиденье, держит. Вот рулить достаточно комфортно, только почему-то не едем. По-женски добавила бы какой-то красоты. Бибе. По-женски я бы добавил бинго. У нас стандартный вопрос. Ключ от автомобиля. Плохо, что не складывается ключ. Ну хоть кто-то. Это большой плюс, что он сразу торчит. И в принципе не сгибается. Вот здесь вот классная вещь. Вот это вот, мне кажется, специально придумано для девчонок. Вот такие отсеки как раз для лаков. 2016 год, 1 июля. Сюда можно складывать монетки. Если у вас в машине четверо, а как поделить сосиску на четверых? Приложил ее туда, раз, щелк, сосиска резко такая. А мы сегодня проверим. Сосиска резко. Сосиска резко, да. Ну, большие кнопки, если длинный маникюр, будет нажимать удобно. Сколько должна стоить такая? 1020. Не больше. Это новая, с салона. Да. Ты переплатил. Мне кажется, снег пошел маленький. Маленький снег. Новая песня группы «Тебя не толкай». Маленький снег в сердце моем, маленький снег в сердце твоем. Но мы вместе, вместе, вместе мы. На Субару тесте, тесте, тесте. На Евровидение, пожалуйста, Александру Григорьевичу Тихоновичу. Машину у нашей девушки обозрели, и мы переходим к следующему заданию. Очень много на кастинге мы задавали вопросов, что такое ниппель. Мы тебе задавали? Нет. Про ниппель? Ну, тебе не задавали, но там поголовно всех спрашивали, что такое ниппель, и поголовно половина не могла ответить. Задание на скорость для всех будет следующим. Перед тобой электронасос, собственно говоря, подключи его. Так, чтобы он работал и накачивал. Все, время пошло. Пока я вижу, что Олеся осознанно что-то делает. Ты посмотри, как быстро. Ты понял? Олеся решила качать заднее колесо, да. И стоп! Осознанно быстро за 28, ну 29 секунд справилась Олеся. Мы у тебя на кастинге спрашивали про ниппель? Да. Спрашивали? Да, все, накачай, я знаю, колесо. Поехали. Тут с одними проводами, поди разберись. Все правильно. Вот сейчас мы должны продавить ниппель. Вот он наконец-то был продавлен. Так, это нам нужно куда-то подключить. Куда-то всунуть однозначно надо, да. Ну точно не в тебя. Нет, нет, не в меня. Да снова мы на верном пути. Виталий, здравствуйте. Ага. Минута 18. Это задание на время, накачай колесо.
Это был колпачок. Да. Ниппель это. То есть даже великий трубочка. Ваня Величко сказал, что это заглушка, а это колпачок. Что это за халтура? Даже не пшикнул ничего. Самый любимый кадр Севы, да? Все, 46 секунд. Накачай колесо, время пошло. Что? А что всех так манит к заднему колесу, я не понимаю. Ну, о. Мы тебе на кастинге задавали вопрос про ниппель? Да. Надо куда-то вставить. Это однозначно его куда-то надо вставить. Куда его можно вставить? Подсказка, сигарета. Останавливаю время, минута 47. Я умею колеса накачивать. Посмотри, Катя единственная поперлась к переднему колесу. Наверное, открыть. Точно. Ой, как-то. Не, крутить не надо. Да? Вот так, закрыть, наверное. А куда его всунуть? Дуй, дуй, дуй. Какой я дуй? Да дуй, тебе говорят. Куда куда-то? Ну куда-то, наверное, я не знаю. А, прикуривать? Да вот как работает подсказка, а? Стоп. Минута 20. Для финального голосования девушкам нужно сделать красивую фотосессию возле машинки. А для красивой фотосессии мы предложили каждой переодеться. Но, как всегда, переодеваемся мы в машине. Мы проверяем, удобно ли это делать. А, Subaru Forester. Все тот же секундомер, я не знаю. Короче, а сколько кто ты переодевается последний, тот платит за кофе. За. Время пошло. Ну, мне кажется, по крикам тут я готова. Кто? О, смотри. Yeah! Да. Она вон, смотри, еще до сих пор блинень. Get into my car. Короче, как во всех конкурсах красоты, у нас сейчас будет фотосессия, ну там, знаете, эти всякие проходочки в бикини. Кать Волкова будет начинать. Ты образ свой представь. Как бы я хотела быть в образе хипстера, а получилось в образе бомжа. Это образ гивиста, полицая и шофера в одном лице. Есть! Опиши свой образ. И вальсы Шуберта, и хруст французской булки. Как сказала Ваня, я похожа на француженку. Французская леди в белорусских реалиях. Давай. Как ты назовешь свой образ? Обещали вообще ресторан, ну вот как-то получилось так. Это белорусский ресторан, если ты не знала. Да, 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 посмотри, тут просто там столик зарезервирован, поэтому. Ты как свой образ назовешь? Ты мне помог, я думала, это шотландец, забредший в белорусский ресторан, но пусть это будет. Канадский дровосек, без топора. Вроде у меня тигриц. Ее папа смотрит. А, ну да. Get into my car. Такое бывает. Бывает, что ваш любимый автосик где-то встрял, куда-то залез, не вытащить. Колготки вообще универсальный вид помощи. Наверное, знаете, что зачастую мужики даже ремень ГРМ заменяют колготками, лишь бы доехать домой. Да, я только что их лично снимал с девчонок. Посмотрите, как встрял наш Субарик. Мы, как бригада апокалипсиса, должны его вытянуть. Ну что, пойдем? Get into my car. Get. Ну, как видите, мне машина чуть-чуть поддалась, да? Но все-таки не я выбираю себя себе соведущим. Давай, Юля первая. Но чуть-чуть есть, да? Вообще, наша задача дотянуть до асфальта машину. Олесь, покажи класс. Давай, в раскачку попробуй. Давай.
Вот, вот, смотри, смотри, смотри. У тебя хорошо. Давай, 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 давай. А какая группа поддержки, смотрите, да. Белая куртка, кеды, это класс. Давай, 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 давай. Ну ты то молодец. Но, о, о, да вот, Аня сама сказала, я баба здоровая. Давай, я уверен, что мы это сделаем в любом случае. Катя Волкова, финалистка шоу «Хочу в Виагру». Сейчас просто хочет домой. Ого! Не жмет ничего. И ухнем! Бабоньки, давай! О! Смотри, смотри, тихо, тихо, тихо. Проезжайте, проезжайте. Давай, давай, давай! У меня все сорвалось! Это был финал кастинга со ведущей. Самый сумасшедший автомобильный обзор Республики Беларусь. Ну и, друзья, собственно говоря, появляется голосование. Тискаем кнопочку претендентки, которая, по вашему мнению, достойна сесть рядышком со мной в машину на все следующие выпуски. Юля, Аня, Олеся, Катя, Вика. Девчонки, настоящие бойцы, бойцыцы. Не бит, не грашен. Увидимся в следующем выпуске. Get into my car.